Я аплодисменты. Поверьте, после этого ты никогда не будешь просить кого-то за чемпионку. Есть еще у вас? Я не сомневаюсь даже. А вот видите, вот просят других людей. Наконец-то. Есть еще вопросы, дорогие друзья? Трусишки или смельчаки есть у вас? Кто эмблему придумал? Вот эту череп? Да. Рома придумал. Скажи нормально, не? Нормально. Круто вообще, да. Название я придумал. Ну, я все в мире придумал. Макдональдс, Apple, это мои следующие. В каком году Макдональдс открылся? В каком году Макдональдс открылся? В 37-м. Что, ты проверить меня хотел? А сам не знаю, что ты обломался, я не знаю, в каком. Ты подкидывай. Ты вы какого года, молодой человек? 96-го. 6-го чего? 96-го. Да, ну, ты так круто прямо стоишь, как будто ты 2006-го. Баскетбол любишь, да? Волейбол. Волейбол? Красавчик. Спасибо. У меня мама мастер спорта по волейболу. Я кандидат. Да? Моя мама тебя ушатала сразу. Бить умеет, ты знаешь, да, такое, чтобы волейбол стоит. Конечно. Есть еще, дорогие друзья? Да, пожалуйста. С гуфом будут пройти? Надеюсь. Надеюсь. Вы общаетесь вообще? Ну, последний раз мы виделись в WhatsApp, с ним общались. Вот про молодого человека, у вас какой-то здесь в Краснодаре тип, который сказал про его сына что-то. А, мерзкий, да, ди, мерзкий ди. Да, мы с ним общались, чтобы его поймать. Поймать? Нет. А видео кто снимал? Не, я не знаю, кто. Есть еще? Да, да, пожалуйста. А ты болеешь за Ростов? За что? За Ростов, болею. Сочувствую за Ростов. Болею за ЦСКА, я просто, вот многие спрашивают, почему болею за ЦСКА, я из семьи военных людей, и мой дедушка играл, когда играл в хоккей, вот, это такая испанская вилка, да, в этом году большая победа, я просто за Ростов по судьбе, а за ЦСКА по выбору, ну, не верю тебе. С какого района ты? А, жил, так ты здесь живешь, а ты беглый, знаешь, стыдно. Какого ты года? Первого. Первого или 90? 90. А, понял, красавчик. Не прошла, да, у меня сейчас шутка? Ну, слушай, как в волейболе, подкинул, подал, как будет, не знать никто. Что еще есть вопрос, дорогие друзья? Вот, пожалуйста, молодой человек из прокуратуры. Вырвалось, не я сам. Пожалуйста. Я говорю, со Смокимо будешь? Куда? Делай. Со Смокимо будешь альбом? Блин, ну это тяжело делать альбом, совместные треки, конечно. Альбом очень трудно делать, очень долго, очень сложно, очень тяжело. Хороший, чтобы он получился хороший. Очень тяжело с кем-то делать. Хотя я люблю, я с Гуфом с удовольствием делал альбом, и с Саней. Но тяжело. Я лучше с собой еще раз. Вася, я был на твоем концерте в Кремле 21-го. Угу. Угу. Там из всех треков не было трека «Лед». Ну, это же было очевидно, старик. Но это все равно, что как молодой человек говорит, что я был в Кремле, не было трека «Лед». Я объясню, ну, это как здесь мы сейчас придем, и я бы там декламировал вам стихи какие-то Бродского читал. Он скажет, да, ну, прикольно, один, нормально. Старик, сейчас не перебивай меня, моя подача сейчас в волейболе. Подожди секунду. Сейчас всем хором будете петь. Секунду, не перебивай, пожалуйста. Краснодар, город же культурный, правильно? Ну, есть уместные вещи, которые, ну, понятно, когда сидячий зал в Кремле, если бы мы исполнили «Лед», люди бы сказали, вообще уже охренел, хоть бы разрешили встать, понимаешь. В следующем году мы делаем в Олимпийском большой концерт, так что там будет у нас новые концерты, можно будет. Я думаю, что мы «Лед» будем скидывать на голову, да? Ты приедешь? Да кто тебя отсюда отпустит? Вот, не за что. Пожалуйста, молодой человек. Да подожди ты, старик, что ты? На военке. На чьем? На Батькином? Хотел сказать, ты какого года, а потом думаю, не буду палить друзей с военком, сразу и поедет, да? На военнике, давай мы все распишемся на военнике. А ты что, рубль еще? А я думал, ну, рубль положил. Так. Секундочки. Сейчас. Мужчинский? Хорошая фамилия. Мужчинский, да? Ему жена нужна женская, да? Да, мужчинский, женская. Степан Михайлович. Так. Не факт. Где тебе расписать, чтобы не испортить? Потом придешь, вернем. Может быть. В конце, да? Там где-то жетон положил. А где ты служишь?
Красиво. Военники. Ну сейчас, подожди, на военники, может, ему пора. Мы сейчас это сам же. Что еще, какие есть вопросы? Кто-то сказал вопросы. Волейболист, давай, шляпа. Давай это с девушками еще будем. Ну, ты с Полиной. Голос. Это что, зависть, да, мучили? Конечно, он будет. Конечно. А кто? Не знаю, старик, сейчас его смотрю. Леди Гага, наверное, будет сегодня. Да. Блин, не знаю, старик, сейчас он не готов ответить на этот вопрос. Ну, был же на концерт недавно. Ты был? А где ты был? Так я в Краснодаре был уже, концерт. Все отлично. Есть еще у нас? Да. Да, можешь себя больше в кадр взять, что ты. Говори туда. Как с Владей? С Владей как отношения? Общаетесь там? Очень плохо. Влад очень злой человек. Мне кажется, что он темный колдун. Ничего не ясно. Спасибо. Привет, Аганур. Больше черной магии, братья. Да. Нет, конечно. Вообще у меня ни одной реальной истории нет. Братуха, дай. Старик, можно сейчас поговорить? С такой-то прической ты прям... СКМ. Ходишь в барбер? Ты ходишь, да? Или кто тебя стрижет? Да что? Как? Это грязно звучит, старик. Давайте еще, ребята. Есть вопросы? Нет, конечно. Нет. Какой-то пес ел, но не гром. Да, да, молодой человек. Конечно, можно. Давайте. Передайте стихи, пожалуйста. Может, ты прочитаешь нам себя? В микрофон. Только вот только совсем недолго. Ну, с какой-нибудь такой. А наизусть, Михаил. Один. Ты наизусть один помнишь? Хоть... Я свое ни одного не помню. Давай, стоит, по пипитеру читаю. Давай. Представься, пожалуйста. Давайте, ребят, и снимем молодого человека, посмотрим. У нас здесь уже поэтическое соревнование. Здравствуйте, я Артём. Да, привет, Артём. Да. Ты руку протяни, я навстречу полечу. Смотри, в мои глаза не отрываясь, я твой. Я обнимать тебя хочу, в тебя все глубже зарываясь. Так позволь тебя касаться, позволь мне быть с тобой рядом. Не дай мне одному остаться. Не и поистой сладким ядом. Красиво, аплодисменты. Да, в Краснодаре романтиков не очень любят, да? Стоит ты. Прикоснись, обни. Спасибо тебе большое. Как еще, скажите, тебя зовут? Фамилия? Азаров. Очень приятно, Тимур. Света, я подписываюсь как Света. Как? Света. Да ладно. Я думаю, Света, думаю. Светлый, Тёма Светлый. Спасибо большое. Не любишь, да, ты романтические стихи? Какую музыку ты слушаешь? Нет, я хочу. Разная, да. Какую разную? Ну, например. Наганная баста, это разная. Молодец. А Нинтендо приедет? Ну скажи, ну как-нибудь зарубежную музыку слушаешь? Жопой любишь шевелить? Танцевать? Нет? Нет, да подожди, ну с исполнением. Да, молодой человек, пожалуйста. Молодой человек. С модными прическами, угомонись там. Да. Фонограмма. Да. Конечно, я же там у меня заставил сниматься у него, конечно. Было твое интервью. И вообще, как ты относишься там к набору артистов, которого он подобрал в этот фильм? И вообще, ну, как ты относишься к этой работе его выбрал? С юмором. Почему? Ну, потому что. Тогда раз пишешь на платформе. Ну, а фильм просто о музыке. Ну, у вас Капелла очень крутой музыкант. Это нереально запредельный человек, который показывает уровень по сведению, по... Понятия лучшего битмейкера нет, потому что это как кухня. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Понимаешь, здесь лично предпочтение. Мне очень нравится, что он делает. На самом деле, мы с ним делаем совместные проекты в электронике по сведению, по мышлению. Он очень крутой человек. Да-да. Да. Да, уже осень появится. Уже... Ну, он будет... Ну, конечно. Но он уже будет, там нас поменьше будет, слава богу, там профессиональные актеры играют, и Стычкин играет, там, ну, много, Богдасаров, хороший люд. Он вообще весь в стихах, Олег Груз написал его в стихах.
странное такое произведение, очень интересное. Ну, хотя бы потому, что это все в стихах. Ну, и предыстория, так скажем. Ну, на самом деле, очень интересно. Сейчас, секунду, моя хорошая. Так что вот так. Да-да, человек у окна. А ты говори в окно, и нам резонировать будет сюда. Ты будешь громче. Я буду стараться. Короче, Рома Жиган снимает фильм, да? Тоже давно я снимался в нем уже. Да. А как ты думаешь вообще, что это будет? Как он выйдет, как он выйдет? Ну, в открытом показе, ты я, честно говоря, я там принимаю участие, как, ну, кто-то считает, что я делаю рэп-музыку, и люди обращаются ко мне, чтобы я об этом что-то рассказал. Вот, я там рассказал. Мне кажется, это будет интересно. Там безумное количество рэперов снялось. Мне кажется, это круто будет. Послушать просто в формате прямой речи рассказа о всей этой хип-хоп-культуре. Есть еще вопрос? Я не помню, честно. Мы старались. Есть еще, есть. Да, да. Сейчас. Нет. Нет, конечно. Семья у меня, семья находится дома, где должна находиться семья. Вот, в принципе, так. Есть молодой человек. Вась, скажи, а будет онлайн-трансляция Gasconcer Live или нет? Ну, где это можно будет посмотреть или потом? Я думаю, что ВКонтакте будет прямая трансляция. Сейчас мы с пацанами договариваемся. Ну, сделаем прямое включение. Плюс там интервью меня попросили, чтобы я поработал, типа, как корреспондент, чтобы было прикольно, типа, понял, да? Ну, что прикольно, что я, типа, прикольный, что хожу собирать. Ну, как сейчас, прикольно, типа, и все прикольно. Вот. Я надеюсь, что будет, потому что это я с нетерпением жду выступлений. Ну, это будет вообще 17 человек, 17 команд на разных вообще по форматам. Мне кажется, это круто будет. Надо припарить чуть-чуть. Да, мои хорошие. Да, он ушел в бизнес, братан. Занимается нефтью, бриллиантами сейчас, ну, там, по мелочам. А? Нет, не везет, он недоволен, братан. Он говорит, я хочу вернуться в игру. Я говорю, ну а кто будет вкладывать, кто будет зарабатывать деньги для наших дел? Транспластовцами. Торговля оружием, ну как мы все любим, ты же сам понимаешь, что у меня. Поэтому. Не, на самом деле он делает очень много. Просто никто не знает, что он очень такой серьезный гострайтер. Много очень крутых припевов. Вот «Шаркуль все вертится», это припев был написан Вадиком Купе. Ну, то есть он очень крутые придумки делает. Да нет, что это херня? Я умоляю. Ты что, когда он выпустил свой альбом, Вадик Карпенко чуть не умер. Хотя это есть шанс, что, ну, мой сосед, ну, по Ростову, мы соседи с ним, что он просто протроллил всех. Этот может человек придумать крутейший троллинг. Ну, и написать что-нибудь такое, чтобы все там обсуждали, он просто травил там все. Прикольно. Вась, да-да. Расскажи, пожалуйста, историю, как тебе было. Вы что, все волейбольные команды, если просто пришли? Это то, что я высокий, что ли? Нет, я шучу просто. Просто я шучу. Не, просто что вы все так разговариваете. Или это 2006 просто, да? Ой, 96. Ну так просто. На самом деле я очень уважаю твою музыку, и мне, как и всем остальным, нравится музыка Скриптонита. Расскажи историю, как он попал к тебе на своем многосборке. Мне просто интересно. Где я достоверно, что-то я не видел. Ну я рассказывал много раз. Просто могу.